Наверное, главное качество – это патриотизм. Это готовность отдавать больше, чем получаешь сам. Вот это главное качество лидера изменений. Фархад Куанганов, ментор отраслевых команд «Туризм-наука», руководитель Академии Ельбасы в 2019-2020 годах, магистр государственного управления. Очень хорошо сказал первый президент Казахстана Ельбаса, что потребности, задачи модернизации требуют привлечения новой генерации управленцев, профессионалов нового международного уровня, конкурентоспособных, которые смогут обеспечить решение тех модернизационных задач, которые долгое время по тем или иным причинам не находили решения.